На территории Кашхабльского района госавтоинспекция совместно с Федеральной службой судебных приставов района провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Основная цель операции – принудительное исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, о наложении административных штрафов, привлечение к административной ответственности лиц, не оплативших штрафы в установленный законом срок. Каждого водителя сотрудники госавтоинспекции и судебные приставы проверяли сразу по нескольким административным базам. Госавтоинспекция напоминает гражданам, что неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.